День Победы мы ночь не спали. И в 4 утра уже к заводу управления привезли пушки, которые начали стрелять салют в городе. Уже ночь, ну, это невозможно даже об этом рассказывать, как это было, как мы встречали День Победы. Победа же есть победа. Гитлеров же уничтожили. День Победы – это же общий, это всенародный праздник, всемирный праздник. Какая победа, если громят Киев, Одессу нашу, мы из Одессы приехали? У меня папа дошел до Берлина. Мама была эвакуирована в Среднюю Азию с маленьким, с братом моим маленьким. Вот. И это, конечно, тяжелая дата, и не хочется отмечать, вот душа не лежит отмечать. Как можно гулять, отмечать такие праздники? Это не праздник, это горе, это беда, это... Я честно вам скажу, я на эту тему даже не хочу особенно говорить, но знаю, что моя покойная тетя, которая пережила блокаду, ее уже давно нет с нами, она считала, что это самый большой праздник. Я это не... считаю как мой, потому что Россия сделала сегодня войну, и для меня это не День Победы. Я не хочу того праздничать. Как-то грустно в душе, что Россия сделала войну в Украине. А вы откуда? С Польши. Россия вообще должна на колено и простить, чтобы им простить за то, что они делают. Ведь же прошло много лет 45-го года, понимаете, это никогда не забудется, День Победы, понимаете. А то, что сейчас происходит, это непонятно, не будет никаких побед. И чем это закончится, непонятно. Не будет побед? Нет. Долго еще будет это продолжаться, потому что делают все возможное, чтобы это продолжалось. Я думаю, что это долго не продлится. Я с Украины. Мы уже победили. Украина уже победила. А просто, ну как вот, что можно от них ждать? Что они как слон в посудной лавке. И человеческие жизни просто как никогда не ценились, так бабы еще нарожают, как этот Жуков говорит. Так что. А как День Победы, даже я не знаю сейчас. Столько все сошлось. Эмоции, и война в 21 веке в Европе. Не знаю, как они даже и будут отмечать. Мы будем, когда победим.